Минувший уикенд на центральном стадионе Хаджимукана прошла спартакиада среди финансистов и бухгалтеров медицинских учреждений. 6 команд из разных районов Южно-Казахстанской области соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, волейбол, футбол и перетягивание каната. Эти соревнования мы посвятили сразу двум событиям – 80-летию образования нашей области, а также Дню национальной валюты Республики Казахстан. Мы очень рады, что сегодня на участие приехали более 180 сотрудников медицины. Среди мужчин в беге на дистанцию 400 метров самым быстрым оказался работник Мырзакентской больницы Бауржан Кахарбеков. Чтобы не ударить лицом в грязь и отстоять честь Мақтааралского района, перед соревнованиями Бауржан основательно подготовился. Спасибо организаторам за то, что спонсируют и приглашают на такие спортивные состязания. Наша команда сегодня на первом месте. Победители соревнований получили грамоты и ценные призы. Организаторы говорят, если для подобных мероприятий будут выделять финансовые средства, то в будущем их будет больше.